Что же, давненько я Subnautica не занимался. Я даже успел соскучиться по этой игре, если честно, но как-то вот жизненные обстоятельства так складывались, что было совершенно не до этой игры. Тем не менее, сейчас мы находимся на Циклопе, возможно, здесь даже есть некоторые изменения, например, мне теперь частично база переехала сюда, хотя, если быть более точным, то, ну, давайте я вам покажу. Мы сейчас находимся на том месте, где у меня находится база, точнее, находилась, скажем так. Вот здесь была у меня раньше база, как вы должны помнить, достаточно долгое время мы в основном занимались всеми делами именно на ней. Сейчас я ее разобрал, причем достаточно удачно, вся она целиком влезла в моего циклопа. Ну как, почти целиком влезла. Скажем так, частично некоторые комнаты, вот они представлены здесь, да, то есть здесь три комнаты, здесь реактор, многоцелевая комната, комната сканирования и стыковочная шахта. Остальные комнаты распиханы по кускам вместе с элементами здесь, по всему хранилищу внутри, собственно говоря, циклопа. Вот. И также в циклопе находятся все шкафы, которые были внутри базы. То есть, в принципе, все, что хранилось у меня на базе, оно находится вот здесь. Все необходимые растения, которые мне в будущем могут пригодиться для высадки, конечно же, которые на всякий случай все-таки имею в виду для себя. Плюс все ресурсы, которые я успел набрать за это время. Вот, все это находится у меня здесь, вот в этих шкафчиках. То есть все шкафы, которые у меня были с ресурсами, со всем, что мне нужно было необходимо, я их перенес сюда. Также я перенес еще один шкаф, просто туда не влез. Вот он, шкаф с водой, солью и прочим. А, ну только с антисептиком и с водой, окей. Вот. Ну и, в общем-то, вот и все. То есть, на данный момент... Да, и, кстати, куда я все это веду? Вот туда, вот, видите? Сильно-сильно глубоко под водой. Возможно, вы помните, в одном из предыдущих эпизодов мы переезжали на... Ну, не совсем переезжали. Правильно называть-то, как мы это... что мы делали? Дайте я подумаю. Мы... Нашли, в общем, одно место сюжетное, очень глубоко под водой на затерянной реке. Вот. И там, чуть-чуть подальше, была такая интересная штука, как спуск вглубь к вулканически активной зоне. И вот именно вот туда я и собираюсь направиться в будущем, потому что именно там есть все необходимые нам ресурсы, помимо всего прочего. Но есть проблема. Туда можем попасть... в общем, там довольно глубоко, и, например, на том же мотыльке, который на данный момент являлся основным моим средством перемещения, который находится сейчас вот здесь, вот он, наш мотылек любимый, которого я называл котом. Вот, его глубины не хватает уже, чтобы пробраться туда. Для этого нам нужен робокостюм или экзоскелетный костюм краб. Он на ту глубину, минус, ну, 1300 метров, он может спуститься ниже 900 метров, то бишь на 1300 его предельная глубина, как, собственно говоря, и у циклопа на данный момент, у него предельная глубина 1300, если не ошибаюсь. Вот. Моя задача будет добывать ресурсы при помощи краба вот там внизу в глубинах. Базу временную я там небольшую уже отстроил, то есть как минимум мне будет куда сложить все эти вещи, когда я туда приеду. Вот, там есть комната сканирования, которая нужна, соответственно, чтобы сканить ресурсы, что логично. Вот, и та база, по сути, на данный момент будет являться моей основной, то есть там будет построено вообще все, что нужно для жизни и прочего, там будет улучшенный генератор, биогенератор на рыбах. Мне нужно будет, единственное, найти пару полезных, подходящих яиц для этого. Частично их можно будет разводить в случае чего здесь, на циклопе прям-таки, на всякий случай, да? Потому что как раз в аквариуме рыбы могут водиться. Вот, надо будет построить большой такой аквариум в 3 этажа на той базе. Почему? Потому что с рыб энергии дают больше, чем с растений. Плюс они занимают всего 1 клетку, а не 4. Это мне, собственно говоря, подсказали в комментариях. Да, собственно, это тому человеку, который меня смотрел и подсказал мне, что как правильнее сделать. Тебе большой привет. Большое спасибо тебе за совет, на самом деле, потому что я в игре не настолько хорошо шарю, как некоторые из вас. И этот совет для меня действительно был очень полезным. Единственное, что я бы сделал все-таки кровать на корабле по одной простой причине. Я не очень хочу плыть в потемках, конечно, это не то чтобы сильно важно, но давайте я все-таки ее сделаю. Хуже от этого явно никому не будет. Куда бы тебя поставить?
Не, ну нет, ладно, здесь плохо будет смотреться. В принципе, здесь, наверное, будет нормально, да? Окей, пойдет. Вот. Ну и, в принципе, получается, что на этом все, потому что дальше мне нужно будет, опять же, рутинно все это перевозить. Но благо, что я могу сделать за один заход, слава богу, здесь мне, в принципе, хватило хранилища, чтобы все это более или менее превратить в то, что мне нужно. То есть у меня есть место на корабле, на, ну, не корабле, на подлодке, чтобы все это выглядело чинно. Чтобы влезло все это, да, грубо говоря. Вот. Ну и, в общем, увижусь я с вами тогда, получается, уже на той базе, когда она будет готова, потому что мне еще нужно ее достраивать. Даже на данный момент она пока что еще все же не в кондиции. Но в любом случае, да, уже какие-то подвижки есть. Я решил, что эту игру допройти будет в конце-то концов. Благо, что, в принципе, осталось-то не так уж и много, насколько я чувствую. Потому что раз у нас уже есть доступ к довольно серьезным улучшениям и доступ к глубинам, в принципе, дальше уже дело времени, когда мы все это сделаем. Но да, нам нужно будет немножко пофармить ресурсы и так далее и тому подобное. В целом проблем с этим быть не должно, но как бы да, надо просто иметь в виду, что это займет некоторое время, прежде чем я смогу продолжить. Я почему долго не записывал видео по Subnautica, как раз таки потому, что сейчас идет небольшая рутина, которая мне немножко скучновато и неинтересно. И вам, соответственно, тоже. Вот, но сейчас, в принципе, вроде как мне более-менее устаканилось все в личной жизни. И более-менее все более-менее стало чуть стабильнее, чем было. И сейчас появилась возможность посвятить время этой игре. Но я решил, что пора бы уже это сделать. Вот, так что давайте-ка разбираться с этим потихоньку. Я пока что съезжу, собственно говоря, до непосредственно базы, которая новая наша будет на протяжении оставшейся игры. Ну, до нее еще, конечно, доплыть надо, но в любом случае это я уже сделаю за кадром. И ее же за кадром же и улучшу до нужной кондиции. Вот. Ну, а пока что, собственно говоря, оставайтесь на связи, скоро я к вам вернусь. Вот мы и спустились, куда я, собственно говоря, и собирался. Вот то самое место, про которое я говорил, про сюжетное место, да. Вот там как раз наша база находится. Вначале думал сделать ее временным форпостом, но потом подумал, что лучше сделать ее все-таки уже полноценной. От той базы все-таки избавиться окончательно, потому что она мне, в принципе, там больше уже и не нужна. Все ресурсы, которые я хотел собрать, я уже собрал. По большому счету, каких-то проблем у нас быть не должно. Добрался-то, конечно, не без приключений, должен заметить, но в целом каких-то критичных пришествий не произошло. Не считая того, что у меня было две пробоины, которые пришлось затыкать, потому что здесь было некоторое агрессивное существо, которое напала на меня, но в любом случае сейчас все хорошо. Но да, как видите, из-за тихого хода пришлось его включать на некоторое время. Сейчас, правда, забыл про него, ну ладно. В общем, да, из-за тихого хода достаточно сильно прожрался заряд. Но, в общем-то, база уже практически на месте. Практически до нее уже добрались, чем я, собственно говоря, поздравляю. Начну я, наверное, тогда, получается, ее оснащение со второго дока, куда можно будет скидывать мотылька. И возможно, что даже отсюда я больше на циклопе уезжать не буду, в том плане, что циклоп останется здесь. А мотылек с кучей энергоячеек внутри него, на всякий случай, чтобы ему было проще жить, отправиться, в случае чего, в другие места, потому что он банально быстрее. Ну, вот мы, собственно говоря, и приехали. Единственное, там вот эта вот рыбка меня напрягает, но по идее циклоп она трогать не будет. Вот. Очень может тронуть меня, поэтому надо держать от этой штуки подальше, потому что все еще играем на хардкоре, если кто забыл. Но в любом случае, на этом мне нужно будет заняться строительством базы. Ну, собственно говоря, да, как работает циклоп, если кто вдруг даже не в курсе. Как я понимаю, даже если у него есть пробоины, да, он просто потихоньку наполняется водой до тех пор, пока он не утонет. Вот, собственно говоря, пока он не утонул, пока у вас еще есть время, эти пробоины можно зачинить через ремонтный инструмент. Когда вы эти пробоины чините, вода перестает поступать в циклоп, она автоматически откачивается, и ХП потихоньку подлодки автоматически устанавливается до максимума. Потому что когда я начинал запись, ХП был где-то вот примерно вот здесь вот. Вот, все, что я помню. Вот. Но в любом случае, да, вот мы теперь добрались до базы благополучно. Теперь моя задача будет все это потихоньку отсюда
выгрузить обратно в базу, построить там полноценную базу, еще одну, собственно говоря, да, как понимаете. То есть это займет некоторое время у меня, но в любом случае, да, вот мы добрались до этого места. Вот там дальше спуск идет в вулканические глубины, собственно говоря, там мы и будем заниматься всякими интересными делами. Вот, но пока что мне нужно будет из этого маленького форпоста, которым является сейчас эта база, делать уже полноценное какое-то жилище, где можно будет заниматься необходимым нам выживанием в дальнейшем. Что же, увидимся с вами, когда только как только я закончу с оснащением базы. Я настолько давно не играл в Сабнотику, что реально забыл, насколько у меня здесь все хорошо, потому что по ресурсам я здесь упакован-то весьма неплохо на этой базе, должен заметить. То есть здесь пока пусто, а здесь у меня куча титана для строительства блоков базы, собственно говоря. Плюс есть энергореактор, биореактор, да, плюс есть немножко, собственно говоря, грядок для выращивания топлива, как раз для реактора. Ну и, разумеется, зарядное устройство энергоячеек, зарядное устройство батареи, которое, кстати, очень сейчас даже понадобится, потому что у меня с батарейками полный швах. Но, тем не менее, по крайней мере, как минимум у этого парня все плохо с батарейкой. Как это делается еще раз, что-то я забыл. А, да, точно. Вот так вот. Да. Давно не играл в игру, да. Очень давно. Позор мне. Ну да ладно, неважно. Вот, да, я поставил вторую сосредоточенную шахту. Вот она здесь находится, рядышком прям как раз. Очень удобно. Вот. Ну и... А, у меня даже здесь уже есть консоль улучшения транспорта. Ну и отлично. То есть мне нужно будет поставить только еще одну такую же, но только там для мотылька. Что ж, отлично, отлично. Кажется, у нас все схвачено. Ну что ж, игра. Спасибо. Ну что ж, все готово. Я полностью переехал на новое место. И пройдемся вкратце по нему. Значит, у нас здесь два ангара. Один под мотылёк, второй под краба. Здесь у меня небольшой жилой, так скажем, сектор с комнатой сканирования, которая, наверное, пригодится в будущем. Для поиска кианита, можно догадаться, потому что именно он мне сейчас нужен больше всего. Вот. В принципе, здесь у нас склад ресурсов основных, которые мне могут пригодиться. Почему бы и нет. Довольно хороший запас всякого и разного. Вот опять же, станцию по очистке воды сюда поставил. Запас воды у нас огромный. Не знаю, зачем мне столько, но пусть будет. Здесь у нас соль и все, что связано с едой. Здесь всякий разный хлам, который может пригодиться. Здесь тоже всякий разный хлам, который может пригодиться. Станция зарядки. Изготовитель. Радио у меня переехало на... как он называет? Господи. На подлодку, короче, на субмарину. Вот. Здесь у меня огромный трехэтажный... аквариум. Здесь также были яйца, как видите. Два яйца, если быть более точно. Яйца это были лопаточников. Я решил, что разводить я буду именно лопаточников, потому что, с одной стороны, они хороший источник пищи, с другой стороны, неплохой источник энергии, для которой, например, вполне может заменить нам использование дыник в качестве источника топлива для наших реакторов. Вот здесь у нас небольшое собрание всяких растений. Это на всякий случай второй шкафчик под это дело. Как раз здесь у нас маленькая грядочка под грибы и гелеобразные мешочки, если вдруг это пригодится, она вполне может это пригодиться. И три биореактора, которые в данный момент работают на дынях. Но в будущем планируется заменить это все дело на лопаточников. Кстати говоря, пора бы их уже... Да, господи, ну сработает уже, да, хоть раз. Как-нибудь я научусь нормально собирать дыни, но, видимо, не сегодня, да. Ладно, неважно. Скорее всего, тут не все реакторы работают. По крайней мере, вот этот вроде стоял, да, если не ошибаюсь. Да, вот как раз надо пополнить свежей плотью. Вот, значит, моя задача дождаться, пока лопаточники будут размножаться. В принципе, они уже готовы к этому делу. Их тут как раз двое. Потихоньку, полегоньку они здесь размножатся. Их будет достаточно много. Их можно будет спокойненько ловить, засаливать, хранить в качестве хорошей запуски. Можно есть свежими, можно засаливать. Соли у нас много, поэтому проблем с этим быть не должно. В качестве растений сюда я решил высадить, собственно, водоросли, потому что они вполне себе неплохо здесь живут.
как раз мне нужны будут в случае, если есть семена, вот они есть, есть тут и масляный сок в случае чего для крафта, все это очень нам даже пригодится. Ну а если что, можно высадить их дополнительно еще и на грядочки вот здесь и не париться особо. Плюс дополнительно я все укрепил здесь, чтобы протечек не было, потому что происходит такое временами, особенно если я, например, неаккуратно припарковал циклопа рядом с базой, как раз вот тут неподалеку, тут изнутри. Вот моя задача, наверное, сейчас искать кианит. Собственно говоря, поехали его искать. Где-то здесь он как раз уже находился, я чуть-чуть спускался чуть ниже вниз, в пещеру. Где-то там кианит был. Ну вот его, собственно говоря, уже и видно. Вот, собственно говоря, в следующем эпизоде мы тогда и получим первый опыт добычи этого замечательного ресурса, который нам очень сильно пригодится. Вот. Но пока что такой вот, скажем, буферный эпизод, да, с переездом, с пояснением, что как и дальше будем делать, как тут все работает и как эта база устроена и почему именно так. Ну а пока что будем прощаться. Большое спасибо за ваше внимание. Спасибо, что ждали, возможно, эти эпизоды. Ну, если не ждали, извините. Но я подумал, что пора бы уже вспомнить былое и добить таки Сабнотику. Потом, может быть, когда-нибудь дойдем и до DLC, которые, как его называют, Below Zero. Но пока что обещать не буду, потому что он еще в раннем доступе, там делать особо нечего. Вот. Можно, конечно, поспилить себе, что у нас там к чему, но пока не особо есть желание. Ладно, такие дела. Так вот у нас здесь все устроено теперь. Надеюсь, что вы остались так или иначе довольны тем, как здесь все работает. Ну а на сегодня все. Большое спасибо за ваше внимание и до новых встреч. Увидимся.